Первой начальной школе Чебоксар исполнилось 10 лет. В Чувашии это единственная школа, в которой дети учатся лишь с 1 по 4 класс. История у образователя учреждения удивительна. Сначала это был лицей номер 1, прославившийся своими учениками и педагогами на всю республику. Школа располагалась в двух зданиях в центре Чебоксара, связанных переходом. В начале 2000-х одно из строений было признано аварийным, поэтому всех старшеклассников перевели в открывшуюся неподалеку 5-ю гимназию. В 2007-м лицей номер 1 стал первой начальной школой. Директор признается, это был своего рода эксперимент, который удался благодаря поддержке на местном и федеральном уровнях. Сейчас в первой начальной школе учатся 500 ребят, и, похоже, совсем скоро их снова ожидает переезд, ведь образовательное учреждение готовится вступить в новую веху своей истории. Мы становимся теперь уже полной школой, средней общеобразовательной школой номер 1. И мы тоже этому очень рады, потому что мы можем дальше растить наших детей и увидеть тот результат конечный, который видят на сегодня и выпускают все наши школы. А мы, к сожалению, были этого лишены, и теперь мы вот в предвкушении новых свершений, новых побед, новых дел, творческих задумок и планов, у нас их опять громадье. Добавлю, что школа номер 1 откроет свои двери 1 сентября этого года в новом здании по улице Гладкова. Рассчитана она на 1100 учеников с 1 по 11 классы.